Вот. Но если падение, падение это, знаете, оно не мешает победе только тогда, когда есть высочайший уровень. На балл и по компонентам, и по элементам по одному баллу. Ну, еще вот дедакшн. Нашим судьям виднее. Вот сейчас выступает пара, подготовленная Жук и Свининым. Валерия Старыгина и Иван Волобуев. Имеющий очень хороший результат выступления в этом году за рубежом. Кубок Ниццы выиграли они и кубок в Стамбуле второе место. Старыгина-Волобуев.